Накануне слушателям курсов профессиональной переподготовки вручили удостоверение о повышении квалификации. Это совместная программа Олимпийского университета и Фонда поддержки олимпийцев. Программа называется «Спортивный менеджмент». Мы ищем сегодняшние новейшие технологии, инструментарии в управлении спортивной отраслью на уровне спортивного сооружения, на уровне спортивной организации. И это как раз те люди, которые сегодня востребованы или у них есть потребность в реализации именно этой программы. 22 спортсмена, чемпионы Европы, мира, Олимпийских игр в течение 10 дней знакомились с ключевыми направлениями спортивного менеджмента, с практикой управления спортивными объектами. Слушатели курсов уже завершили карьеру в спорте, но продолжают работать на его развитие. Полученные знания они увезут в 16 регионов страны. Та программа, которая была здесь, которую мы прошли, хоть она была и достаточно краткосрочная, но была очень насыщенно, интересно, и все темы, которые были охвачены на наших занятиях, они все актуальны и, конечно, они применимы на практике. Я совмещала должность заместителя министра спорта Свердловской области. Потом по некоторым причинам приняла для себя решение уйти оттуда. И вот я стояла до сих пор, наверное, на перепутье, оставаться мне в спортивной отрасли или нет. И сейчас совершенно четко поняла, что я хочу в ней работать. Я вижу место, где я хочу работать и где я смогу все это применить. То есть это центр спортивной подготовки по легкой атлетике. Добавлю, что обучение по подобной краткосрочной программе уже прошли 6 групп слушателей. В Олимпийском университете программа работает более 2 лет. Она постоянно дополняется и совершенствуется.